Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас в ремзоне находится автомобиль Kia Sorento 2012 года выпуска с бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач, пробег на автомобиль 92 тысячи километров. Мы сейчас производим замену технической жидкости. Меняем масло в двигателе, масло в коробке и в дифференциале заднего моста. Автомобиль уже на завершающем этапе ремонта. Прогрели машину. Сейчас произвели долив масла в коробку, поменяли масло в заднем дифференциале. Ну а также еще на автомобиле будет произведена комплексная диагностика. Осмотрим ходовую часть. Если будут какие-то рекомендации, то озвучим клиенту. На весь ремонт мы потратим 3 часа. Сумма ремонта составит 4200 рублей. При этом мы несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, удачи на дороге.